Количество хостелов, в которых проживают студенты, может увеличиться. Сегодня министр науки и высшего образования прокомментировал проблему дефицита студенческих общежитий в Астане и Алматы. По словам Саясата Нурбека, в Южном мегаполисе дополнительные места организуют, в том числе за счет недорогих частных гостиниц. Однако после прошлогодней трагедии ведомстве ужесточили требования к безопасности. В Алмате дефицит общежитий будет перекрыт за счет дополнительных соглашений с частными хостелами. Причем с учетом вот той трагедии, которая была, мы ужесточили требования, очень пересмотрели, еще жестче сделали эти требования. В этих хостелах могут проживать только студенты конкретного вуза, со стороны люди не могут там быть. Напомню, осенью прошлого года в Алматы сгорел хостел. Погибли 13 человек, среди которых были студенты. Министр сегодня заявил, что теперь специальные комиссии будут 3 раза в год проверять гостиницы, где проживают студенты. Кроме возводимых с нуля общежитий, в нынешнем году под эти нужды начнут полностью переделывать старые бизнес-центры и хостелы. Это, по словам чиновника, ускорит создание новых мест для учащихся.